Девочки, всем привет! Начинаю новый влог. Решила на вечер сразу приготовить ужин. Буду готовить капусту тушеную с мясом. Вот здесь мясо уже нарезала. Сейчас у меня потушится лук с морковкой и буду добавлять сюда уже мясо. Надо сейчас нашинковать, что будет капусту. Вот я ее уже здесь подготовила. И также сделаю пюре. Я сейчас просто начищу картошки и залью ее водой, чтобы вечером можно было прийти, только на огонь поставить и все по-быстрому, чтобы это все происходило. Также заходила, сейчас гуляла из Димы, зашла в магазин, кое-что купила домой. Сейчас вам покажу то, что взяла. У меня уже подходят к концу диски мои ватные. Вот взяла упаковку. Вроде я их уже брала, такие ничего. Они вот прошиты здесь, закрытый край написано. Вот такие плотненькие, хорошие диски. Потом батон хлеба взяла, макароны. Женя взяла вот такие вот два йогурта. Ему очень нравится именно вот в таких упаковках. И вот удобно даже брать с собой. Тем более мы сегодня вечером собираемся в центр города. Так что можно будет один пакетик взять с собой. Потом паштет на бутерброды на утро взяла. Очень нам нравятся еще вот такие вот сырки глазированные, творобушки. Так, что у нас тут еще? Соус. Потом взяла себе для сапог вот такой вот крем черный. Соки. Сереже, Жене взяла бутылку колы. Иногда им покупаю, им нравится. Я такое вообще не могу пить. А себе взяла вот бутылку воды маленькую. Так, вот у меня здесь осталось еще два сока. И сахар. Все. Там такая стая собак бездомных бегает. Правда, у них на ухе такая штука висит, на то, что вот привитая. Я не знаю, мы прям сейчас чуть ли не бегом мимо них проходили, прям вообще испугались. Их так много, штук 7, наверное. Вот, я не знаю, видно вам, нет? Бегают. Хотим доехать до города сейчас. Диме хочу ботиночки посмотреть, зимние. У нас есть вот полонию вот от этого комбинезончика. Вот пока плюс один, ему... В них вроде ну, тепло, ноги не мерзнут, а сейчас вот передают заморозки. Так что я думаю, нам уже надо покупать зимние ботинки. Для дома тоже хочу ему какие-нибудь ботиночки посмотреть, потому что он у нас уже активно начинает ходить дома, да? Женя пошел выкидывать мусор, мы сейчас его догоним. Сейчас Таня тоже должна подойти со своими детьми, она вместе с нами тоже поедет. Потому что я хочу зайти в детский мир, там может дочки, сыночки. Видите, на улице уже 4:30, у нас темно. Очень рано, прям темнее сейчас. Так что вот такие вот дела. Еще хочу Диме подкупить кашку. У него осталось там буквально 2 коробочки. Так что вот сейчас будем смотреть. Конечно, хотелось бы сейчас купить ему ботинки. Если сейчас не найду, завтра у Сережи будет выходной, мы завтра с ним доедем, посмотрим. Зашли в магазин 4 лап. Смотрите, какие здесь собачки. Смотрите,
такие прикольные. Привет. Вот эти он коричневый классный. И они как рюмочные, да, называются? Да, они рюмочные. Чихуахуа. Девочки вот решили с Таней с детьми зайти в кафе, перекусить, нагуляли себе немного аппетит. Я взяла себе вот чашечку чая и вот такой вот пирог. До этого не было, да, таких пирогов. Появился осетинский с картошкой, такой мягенький. А ты себе не стала такой брать? Таня себе сырник взяла. Вон там Жень тоже взял себе с Тёмой, с Сашей пиццу. Они взяли компот, пирог какой-то. А у Димы вот такая вот вкусняшка. Вот я ему с собой взяла. И вон там тоже сок у него в бутылочке налит, он пьет. Сходили мы в детский мир, купил я каши. Ботинок там не был его размеров, так что поедем, наверное, завтра с Сережей, будем уже смотреть. Мы уже вернулись домой. Дима у меня сейчас спит. Пока назад ехали, его в автобусе укачало. А я сейчас буду ужинать. Поем капусты, немножко навожу. Сережа уже себе взял тоже на работу. Он ушел в ночную смену. И вот здесь пюрешка. Ну, пюре я не хочу, наверное, только одну капусту поем, потому что мы уже сейчас в столовой перекусили. Я особо есть не хочу. А я сейчас что буду делать? Ой, купила Диме вот такие вот, как пирамидка ее можно назвать, либо вот так можно строить башню. Потом также для песка, для воды ее используют. Такие дырочки очень интересные. Я думаю, он оценит. Вот так собирать как раз сейчас в его возрасте, это очень интересно. Вот сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать таких баночек. Я сейчас налью воды. Вот у меня здесь как раз осталось немножко детского мыла. Добавлю сюда и в мыльном растворе как следует хочу промыть. Я все новые игрушки всегда промываю обязательно. Сейчас воду погорячее включу. У меня Дима сейчас спит, вот решила посидеть, пока видео помонтировать, хотя бы сколько успею. Монтирую я через вот эту программу Vegas Pro 13. Мне она очень нравится, здесь всякие переходы, видео спецэффекты, в общем, много-много всего разного интересного. Я уже для себя вывела обычно, чем я пользуюсь самый частый, я уже знаю, что мне надо в каждом видео смонтировать. Так что так сейчас сколько успею, столько смонтирую.